Добрый день, коллеги! Мы работаем в самой крупной розничной компании нашей страны. И мы большая семья магазинов «Магнит». Сейчас непростое время, и как в любой семье, мы поддерживаем друг друга. Каждый день мы выполняем очень нужную работу. Особенно важное значение этой работы сейчас. Ведь наши магазины находятся в более чем 3000 городов России. Наши покупатели не волнуются, зная, что мы сделаем все, чтобы они были обеспечены самым необходимым. В то время как наши сотрудники магазинов и распределительных центров находятся на передовой, задача сотрудников офисов становится поддержание бесперебойной работы магазинов, закупка товаров и их распределение по магазинам, обеспечение персоналом наши объекты, своевременная выплата заработной платы, проведение расчетов и платежей с банками и многое другое. И для нас, коллеги, очень важно, чтобы сотрудники офиса, если есть техническая возможность, работали из дома. Более 7 тысяч сотрудников уже сейчас работают из дома. И это непросто – сохранить мотивацию и интерес, когда вокруг нет привычной рабочей обстановки и нет возможности лично пообщаться с любимыми коллегами. Мы с командой корпоративной академии подготовили для вас лайфхаки, как сделать работу более комфортной, как организовать себя и работу своей команды, как соблюдать баланс рабочего времени и отдыха, когда физические границы между офисом и домом отсутствуют, и как поддерживать друг друга в это непростое время. И, коллеги, из положительного. Данные меры являются временными. Мы победим все трудности и обязательно вернемся в наш привычный рабочий режим. Я желаю вам здоровья и хорошего настроения. Берегите себя. Вместе мы сильнее.